Hola a todos, hablamos español. Сегодня поговорим еще по-испански. А с вами снова Ирина Шипилова, и мы продолжаем изучать испанский язык. Надеюсь, вы приготовили ваше домашнее задание. Ведь я на вас рассчитываю. Вы мои самые любимые ученики. Угу. Я вам называю слово по-русски, национальность. Вы мне говорите ее по-испански, и мы сразу ее проверяем. Приготовились. Итак, испанец. Español. Русский. Руссо. Мы называем сейчас мужские национальности. Немец. Алеман. Англичанин. Инглес. Португалец. Португес. Итальянец. Итальяно. Француз. Францез. Американец. Американо. Ничего сложного в этом нету. Швед. Суэко, надеюсь, вы выучили это слово. Швейцарец. Суизо. Суизо. Угу, молодцы. Датчанин. Данес. И голландец. Оландес. Ну вот, мы повторили все слова, которые я вам задавала. Вы у меня мои любимые, мои самые умные, мои самые-самые-самые клевые ученики. Сегодня мы с вами выучим еще кусок новой информации. И мы узнаем, как сказать национальность женского рода. Если на прошлом уроке мы учили мужскую национальность испанец, американец, швед, француз, то сегодня мы выучим испанка, шведка, француженка, русская, американка. Как же у нас образовывается женский род? Какие же слова нам нужны? Все очень просто. Женщину можно сделать из мужчины. Чтобы сделать женщину из мужчины, есть несколько способов. Способ первый. Если у нас мужчина, мужская национальность оканчивается на «о», то мы должны отрезать у мужчины О и представить А. Возникает вопрос, как отрезать О? Показываю. Берем мужчину, который оканчивается на О. Итальяно, руссо, американо. Убираем О и представляем А. Американо, итальяно, руссо. Руса, русская, итальяна, итальянка, американо, американка. Чтобы обратно из девочки сделать мальчика, из русской сделать русского, отрезаем А, представляем О и получаем обратно мужскую национальность руссо. Что делать, если у кого-то нет на конце О, но есть окончание С? Например, францез, португес, инглес. Или какие-то другие окончания. Например, español. Все очень просто. Отрезать ничего не будем. Будем сразу окончание А представлять к мужской национальности. Например, español, española, испанка. Francés, francesa, француженка. Inglés, inglesa, англичанка. Alemán, alemana, немка. А теперь и вы потренируйтесь из мальчика делать девочку. Я вам назову слово мужской национальности. Ваша задача прибавить окончание А, либо поменять О на А. Готовы? Потренируемся. Ну, естественно, я вам помогу потом правильным ответом. Итак, español, española, руссо, руса, францез, францеса, итальяно, итальяна, португес, португеса. Inglés, inglesa, alemán, alemana, americano, americana, sueco, sueca, suizo, suiza, danés, danesa y holandés, holandesa. Надеюсь, вы легко справились с этим заданием, уж из мальчика девочку делать элементарно. Ну что, раз мы теперь знаем национальности и мужского, и женского рода, мы знаем глагол быть, ser, мы можем теперь сказать, кто какой национальности. Например, soy rusa, soy rusa. Вы забыли глагол ser? Ну давайте мы его повторим. Soy, eres, es, somos, sois, son. В обратном порядке. Son, sois, somos, es, eres, soy. Чтобы составить предложение, нам нужно подлежащее
сказуемое и второстепенные члены предложения. Что это значит? Подлежащее. Нам нужно главное действующее лицо. Например, Ксения Собчак. Девочка, главное действующее лицо. Есть. Какую форму мы возьмем от глагола быть? Она есть. Ксения Собчак – это «эйя», а «эйя» – это «эс». Получается, Ксения Собчак – «с». Она у нас русская, родилась в России, поэтому мы ставим окончание «а» к слову «русский». «Руса». Ксения Собчак – «с» «руса». Ксения Собчак – «с» «руса». Она русская. Давайте мы с вами теперь немножко поиграем. Я вам называю одну известную личность, а вы мне говорите, кто она или он по национальности. Пожалуйста, будьте внимательны к окончаниями национальности. Если мужчина, то вы знаете это слово, мы учили на прошлом уроке. Если женщина, то обязательно ставьте окончание «а». Ну, поехали. John Lennon is English. Angela Merkel is Alemana. Vladimir Putin es ruso. Justin Bieber es americano. Nicolas Sarkozy es francés. Carla Bruni es italiana. Adriano Celentano es italiano. Y Cristiano Ronaldo es portugués. Теперь будем тренироваться на перевод предложений. Итак, я немка. Soy alemana. Я немец. Soy aleman. Ты русский. Eres ruso. Ты русская. Eres rusa. Она испанка. Es española. Он испанец. Es español. Мы еще с вами не изучали множественное число. Мы не можем пока сказать фразу «мы русские, а не испанцы». Поэтому будем пока тренироваться на единственном числе. Например, я русский, ты русский, он русский. И мы займемся переводом предложений. Итак, первое предложение это «она датчанка». Скажем эту фразу. «Es danesa». Он португалец. Скажем. Es portugués. Она швейцарка. Скажем. Es suiza. Es suiza. Ты англичанин. Eres inglés. Я русская. Soy rusa. Томас американец. Томас es americano. И я немка. Soy alemana. Soy alemana. Ну, конечно же, у вас будет домашнее задание. На домашнее задание вы должны повторить все слова мужской профессии, а также выучить сегодняшние слова женской профессии. Второе задание. Вам нужно повторить первое спряжение всех глаголов, которые мы проходили, а также вспомнить спряжение глагола «быть». Также вы должны повторить все те словечки, которые мы выучили, все языки, которые мы выучили, ну и вообще все-все-все повторить, потому что у нас скоро будет зачет. Тен-тен-тен-тен! А с вами была Ирина Шипилова, преподаватель испанского языка. Если вам понравились мои уроки, подписывайтесь на мой канал на YouTube, и вам будут мои видеозаписи каждый день прилетать автоматически. Если вы смотрите меня ВКонтакте, добавляйте меня в друзья, вступайте в мою группу. Каждый день у нас обновления. Кому нужны уроки по скайпу, обращайтесь в личные сообщения ВКонтакте. Также вы можете найти меня по скайпу. Долорес 9903. Gracias a todos. Adiós.